Ильичу. Так слышно? Все, отлично. Это мы с вами принимали первые в своей жизни решения в 17 лет, кем нам стать. И выбрали авиационные профессии. Мы поступали успешно, закончили авиационные училища, институты, приобретали авиационные профессии. Это мы с вами значительную часть жизни посвятили авиации. Причем большой любовью. Это мы с вами встретили в авиации друзей, которые сейчас сидят среди нас и дружат по всей жизни. Это, полвека, тоже даже больше, чем полвека. Так должно и быть в жизни. И все эти события неразрывно связаны и объединены одним словом – аэрофлот. Мы с вами, как ветераны, ранее ставили цель дожить до столетия. Что мы в прошлом году с вами сделали? Столетие мы с вами встретили. Рубеж преодолен. Сегодня мы встречаем 101-ю годовщину. И поэтому мы рады видеть всех вас, улыбающимися, здоровыми, присутствующими здесь. С праздником, дорогие друзья! Здоровья! Праздничка у вас.